Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забывай подписаться на мой канал, делай красную кнопку серой, ставь лайк. Ведь ты знаешь, больше лайков, чаще видео. Это видео мы снимаем в кромешной тьме. Вы видите, как темно и страшно, и мы находимся на самом мистическом месте. Про это место я очень много рассказывала ранее в своих роликах, поэтому, если вы их не видели, пожалуйста, посмотрите все видео на канале Ирины Ясинской, а также не забывайте про русский канал Ирины Ясинской, где я рассказываю страшные истории. Ребята, вам так понравилась рубрика, где я заказываю мороженое разных мистических персонажей. Мистика – это моя самая любимая тема. Я всегда вызывала духов, я всегда верила в существование каких-то нелепых существ, которых, может быть, придумали, а может быть, они существуют на самом деле. Ребята, здесь в моих руках находится конверт на $300, ребята, который мы сегодня обменяем на кровавого сиреноголового. Кровавый сиреноголовый. Это сиреноголовый, который ходит, и с него капает кровь. Это плоть без тела. Это как будто с кого-то или с чего-то этого сиреноголового содрали просто кожу, и он ходит. Голые мышцы. И сегодня мы закажем это мороженое. Но самая главная интрига впереди. Расскажу о ней чуть позже. Сейчас мы понесем конверт на то место, где мы с менеджером сайта Darknet обмениваемся. И я ему деньги, а он мне мороженое. Кровавого сиреноголового. Погнали! Ребята, сейчас, прямо сейчас мы проходим мимо нашего дома мистики, где много-много-много раз мы вызывали духов. И я расскажу, почему я сейчас акцентирую внимание на этом доме. Потому что данные мороженые, данные предметы, которые я сейчас заказываю на сайте Darknet, они говорят о том, что менеджер говорят о том, что после того, как вы попробуете или возьмете какой-то предмет, который связан с каким-то монстром, он обязательно к вам придет. Сейчас мы с вами проверим эту легенду, придет ли кровавый сиреноголовый или нет. Ребята, у нас сейчас зима практически, или еще пока осень, и у нас абсолютно просто тепло, у нас аномальная жара. Я не знаю, с чем это связано, ребята, но это так. Сейчас я поменяю этот конверт. Дим, свети мне, чтобы я видела, куда идти, потому что сейчас уже, ребята, время около 3 часов ночи, точнее, сейчас я скажу, сейчас, потому что нам придется все равно фоткать этот конверт. Так, ребята. Ребята, время 2:45, у нас осталось 15 минут до самого ключевого момента. Мы откроем мороженое сегодня, не когда-либо ранее я это открывала, чуть раньше, днем, потому что время 3 часа ночи или 3 часа дня, это дьявольское время. Кровавый сиреноголовый ночью. Ребята, сегодня только вы увидите это. Я надеюсь, что это видео достойно лайка. И, ребята, я очень вас прошу, не знаю, это будет моей самой главной мечтой. Все, кто меня любит, пожалуйста, давайте сделаем так. Мы наберем на этом видео 2000 лайков за первый день. И к Новому году у нас будет ровно 500 тысяч подписчиков. И я встречусь со своими фанатами в городе Пенза. Если вы из Пензы, обязательно пишите ниже в комментариях, что Ира, мы хотим на новогоднюю встречу с тобой. А где она будет, я расскажу чуть позже в своем инстаграм. Ясинская, Ирина Ясинская, там нижнее подчеркивание Ирина Ясинская, вы меня найдете, я сейчас покажу вам, как выглядит мой инстаграм, ребята, и сейчас мы сфотографируем, сделаем фотографию денег, которые мы оставили для менеджера Даркнета, потому что это обязательные условия, ребята, фото сделано, и сейчас я отправлю ему, и в течение 3-4 часов, и, ребята, это уже будет около... За уже 3 часа ночи, это будет глубокая ночь, он принесет это мороженое, и мы, я надеюсь, увидим с вами кровавого сиреноголового. Погнали! Ребята, я уже устала ждать, и вот, наконец, мороженое кровавого сиреноголового доставлено в назначенное нами место, где мы договорились с менеджером сайта Darknet. Уже полная темнота. Кстати, ребята, сегодня он как...
никогда очень быстро сделал этот обмен. И я слышу мою собаку Лаки, ребята, которая переживает. Потому что мы ранее никогда не снимали видео так поздно. Ведь это реально страшно. Вы когда-нибудь бродили в лесу ночью и заказывали мороженое среда? Голова, вот оно, ребята. Подожди. Оно так похоже на предыдущее мороженое. Только здесь написано «кровавый». Там было написано «дьявол». Это ice cream сиреноголовый. Кровавый. Сирен head. То есть сиреноголовый ice cream мороженое. Ребята, посмотрите повнимательнее, как оно выглядит. Господи, по-моему, у него не две сирены, а три, а может быть даже и четыре. Непонятно вообще, ребят, как он выглядит. Мы узнаем это прямо сейчас, как только откроем это мороженое, ставим его на дороге и спрячемся в нашем доме мистики. Сейчас я вам покажу, где это. Итак, ребята, мы с вами отправляемся в наш дом мистики. Вот он, кто его ранее не видел? Новые подписчики, ребята, которые никогда не видели мой дом мистики, вы сейчас можете посмотреть. Пойдемте. Здесь очень много разной мистики. Посмотрите, здесь проклятые куклы. Куклы Вуду. Куклы Вуду, между прочим, сиреноголова. Здесь очень много страшных мистических веществ. И вы понимаете, для чего все они здесь находятся? Для того, чтобы здесь был как бы купол такой мистический, ребята, чтобы у нас получалось призвать этих самых монстров, сиреноголовых и других картон-кэтов, картон-догов, всех-всех-всех, ребята, кого вы пожелаете. И прямо сейчас, ребята, я открою это мороженое именно здесь, а потом мы с вами оставим его на дороге. Итак, блин, я каждый раз волнуюсь, когда распаковываю это мороженое. Отлично. В прошлый раз у нас вообще все мороженое вытекло. Оно растаяло. Кстати говоря, блин, что я делаю, ребята? Что? Меня предупреждали. Мы не закончим сеанс. Нет, понимаешь? Когда я положу это мороженое, этот кровавый сиреноголовый придет сюда, в наш лес, ребята. И для того, чтобы изгнать его, мне надо при помощи доски Уиджи, доски для вызова духов, мне нужно его отправить обратно, провести обряд, ребята. Я не знаю, правда это или нет, но, в общем, ребята, мы сейчас с вами и проверим эту легенду. Это мороженое мы оставим сегодня в лесу и будем бродить по ночному лесу вместе с вами. Но никогда не делайте это, лучше смотрите почаще мои видео, не ходите ночью в лесу. Там реально опасно. И реально, вдруг кто-нибудь, там может быть какой-нибудь монстр, ребят. Я не знаю, поэтому никогда не повторяйте то, что я делаю. Никогда не заказывайте на сайте Darknet эти вещи, потому что они реально могут быть опасны. Возможно, у вас нет той самой настоящей доски для вызова духов, которая способна отпугнуть этих монстров. Дорога вот сюда положим, вот. Я хочу в лес сегодня положить. Вот сюда. Я хочу в лес положить. Куда? Вот между двумя палками. Нет, Дим, надо положить в лес. Свети мне. Блин, я так договаривалась. Они, блин, вообще жесть. Тут просто грязюка такая. Я когда разговаривала с менеджером сайта Darknet, он сказал, вообще сиреноголовые обитатели заброшенных мест. И они, если нет, блин, Лаки так переживает, Лаки так скулит. Я, короче, ребят, конечно, хочу ее с собой брать, но днем это не так опасно, как ночью. Я боюсь, что что-то случится, хотя она надрессирована. Но Лаки слишком мало лет, ей всего лишь год. Сколько ей? Около года. И не дай бог что-то случится, она еще не до конца приспособлена к этому всему. Короче, смотрю. Черт. Давай оставим мороженку, открытую мороженку для кровавого сиреноголового, которого мы заказали на сайте Darknet. Мы оставляем в 3 часа ночи мороженое прямо здесь. А сейчас... Давай, спрячемся. Давай, в наш дом. Дом на дереве. Прячься. Слышишь этот звук? Господи, какой он громкий. Черт, какой он громкий. Этот звук. Блин.
Дим, походу, он раздается рядом с нашим домом. Походу, кровавый сиреноголовый там. Ты слышишь этот звук? Ребят, я переживаю за Лаки. Походу, он идет туда, к ней. Давай, погнали туда. Скорее, свети, где выход? Черт. Походу, так не действует. Мы положили мороженое сиреноголового в лесу, но он пришел не в лес. Он идет, походу, к моей собаке Лаки. Пойдемте. Черт, он сейчас заберет собаку. Черт, нет. Блин, походу, они меня помнили. Походу, они специально так сделали, Дим. Черт. Скорее. Слышишь этот звук? Он все громче, ребят. Торопиться. Блин. Лаки утихла. Лаки молчит, блин. Не дай бог, что-то случилось. Не дай бог, что-то произошло. Тихо. Давай здесь посмотрим. Смотри. Черт. Ничего не видно. Вон она! Черт, ребята. Этот звук такой громкий. И как будто я слышу, как капли крови падают. Нет! Ребята, я слышу его, я вижу! Я вижу, это кровавый сиреноголовый. Черт! Посмотрите, какой он страшный! Черт! Он здесь! Черт! Ребята, прямо здесь был этот кровавый сиреноголовый. Это просто невероятный монстр. Ребята, меня все трясет, реально. Меня все трясет. С Лаки все нормально, мы его спугнули. Он убежал сюда в лес. Пойдем проверим. Сиреноголовый, ты здесь? Кровавый сиреноголовый, ты здесь? Слышишь? Черт, ребят! Я видел его там только что. Он побежал туда, в лес. Блин, я совсем забыла. Бежим до скида, я вызову духов. Не дай бог, он доберется до других людей. И что тогда? Нам нужно быстро отозвать его отсюда, с этого мира. Черт. Я ничего не вижу. Кошмар. Блин, реально стрёмный. Он реально стрёмный, вы видели его? Он кровавый, у него скелет. У него 4 сирены. 4, ребят. Не 2, блин, ё-моё. У него 4, нахрен, блин, сирены. Лишь бы мы успели. Кровавый сиреноголовый покинет этот мир. Прощай. Вот черт. Это просто жесть, ребята. Этот кровавый сиреноголовый чуть не сделал больно моей любимой собаке Лаки. Она чувствовала его. Я его спугнула, он убежал в лес. Он хотел добежать до других людей, но он не успел, потому что мы прогнали его в ад, откуда он вылез. А с вами была я, Ирина Ясинская. Надеюсь, что вам понравилось. Смотрите мои видео каждую среду, пятницу, субботу, воскресенье 4 раза в неделю. Я всех вас люблю и до новых встреч в новых мистических видосах. Пока!